машина Волк из серии Scan2Go. Выглядит вот таким образом. Четыре основных колеса и четыре маленьких колесика дополнительных для прохождения трассы. Активация машинки происходит следующим образом. Внизу включается кнопка, загорается синий свет. В комплекте две карточки. Синяя — это стартовая карточка, оранжевая — это карточка Turbo. Выглядит таким образом. Сначала проводим синей карточкой. Синий свет начинает моргать. Затем карточка Turbo. Появляется еще красный свет. И для активации машинки нажимаем на кнопочку. Вот пошло ускорение. В процессе езды происходит несколько ускорений разной силы. Все зависит от того, какая у вас карточка Turbo на руках. Машинка разгоняется очень быстро, ездит очень быстро. Чтобы остановить машинку, нужно нажать на кнопку.